Донской, ну что, легко чувствовать себя смелым, когда вокруг тебя бегают твои шавки? Ты что, дружок, думал, что я вот так вот позволю прийти ко мне в дом и делать все, что ты захочешь? А что насчет того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу? Скажем, за твой чемпионский пояс. Я думаю, это будет честно. Ты приперся туда со своими, кто угодно, решил, что вам все можно. Так нет, дружок, это не так. Я жду твой ответ. И если ты не трус, на что я надеюсь, 30 марта на ринге NSW Владимир Кулаков встретится лицом к лицу с Дмитрием Донским. Но будь уверен, что эта история имеет конец. И один из нас выиграет, а другой из нас проиграет. И будь уверен в одной вещи, что если я буду проигрывать, ты упадешь со мной.